Да. Мы такие, ну мы как бы тоже ничего, мы сейчас ему покажем, как мы умеем, мы такие все джага-джага. Но нет. Когда расставили аппаратуру, все артисты были готовы, артистов было достаточно много, а мероприятие происходило на улице. Вы знаете, начался шквальный ветер, в одну секунду, вы не поверите, туча откуда-то из-за дома выползла, смыла все! Эта гроза смыла все! Вместе с оборудованием, артистами, декорациями и прочими мишурами. И мы остались такие вот мокрые, с понтами. Что он, что мы. Вот, и в конце концов закончилось тем, что мы пели в две какие-то маленькие колонки от музыкального центра. Он утирал тоже слезы, потому что его постановка тоже выглядела несколько иначе, чем он ожидал увидеть. Так мы познакомились с Алексеем Рябошапкой. Было хорошо, честно вам скажу. Мы запомнили друг друга надолго. Алексей Рябошапка! И кто бы мог подумать, что мы встретимся в совершенно иных обстоятельствах, правда, в хорошем концертном зале. С его огромной помощью в организации этого концерта и в его день рождения. Ну и на этой сцене мне сегодня разрешили спеть песню вместе с Аленой Мальцевой, написанную мной, и что самое интересное, эту песню записали здесь, в славном городе Вологда, на мой взгляд, один из лучших, вот на моей памяти аранжировщиков, он сейчас в зале, он стал моим хорошим товарищем. Александр Шелыгин, похлопайте, пожалуйста, ему. Давайте громче, громче. Давайте еще громче. И эту песню вместе со мной спел лучший голос Вологды Юлия Кузнецова. Ее в зале сегодня нет, да, но я сегодня спою ее вместе с очаровательной Аленой Мальцевой и фолк-шоу «Ярмарка». Своей судьбой, как любить тебя я могу, как никто другой. Нам с тобой подвластно время в этот вечер голубой. Мне хорошо с тобой, мне хорошо с тобой. Мне хорошо с тобой, мне хорошо с тобой. Как мы будем с тобой жить, как и во сне. Ты мне так дорога, и ты так дорог мне. Будь же с нами добрый вечер, ставший нашей судьбой. И давайте вместе с нами. Мне хорошо с тобой. Мне хорошо с тобой. Мне хорошо с тобой. Мне хорошо с тобой. Друзья, а сейчас давайте по нервам правую ручку. Давайте все вместе. А теперь я. И давайте все вместе! Лишь только смерть. Но не будем с тобой сейчас об этом петь. Потому что каждый вечер в час обыденный любовь. И все вместе. Что? Мне хорошо с тобой. Я не слышу вас, ты. Мне хорошо с тобой. С тобой. Нам очень хорошо с вами сегодня, друзья, а вам? Вы с нами? Мне хорошо с тобой. Давайте с ними. Еще раз вместе.
хорошо с тобой. Мне хорошо с тобой. Любимые никогда не уходят от нас. Они всегда с нами, всегда в нашей памяти. Но берегите их. Алена Марцева, фолк-шоу «Ярмарка». И Алексей Башак. Спасибо, друзья. Мы с вами очень хорошо сегодня. Друзья, ну и сейчас антракт. В фойе можно выйти в буфет. А также можно купить диски фолк-шоу «Ярмарка». И сегодня для вас продавать будет именинник. Так что жду вас всех в фойе. И увидимся на втором отделении. Спасибо. Спасибо огромное. До скорой встречи. Мне хорошо с тобой. Мне хорошо с тобой.